Господин Чавес, мы рады приветствовать вас в России. Я тоже рад встрече с вами. Надеюсь, что наша встреча поможет разрешить текущие вопросы. Я тоже надеюсь на продуктивные переговоры. Мы надеемся на помощь. Что? Что происходит? Чей это голос? Кто постоянно одновременно говорит со мной? Карамбас! Чертовщина. 3 месяца одно и то же. Надо мне испанский подучить, а то никогда ни о чем не договоримся.